Он что? Живой. Вроде да. Хорошо. Хватай его и сваливайте оттуда. Сол. Ты принес мне чертову сигару. Сигару? Я же сказал вам, черти, сигару мне и ледяного бухла, и пару девочек для компании. А иначе можете поцеловать меня в задницу. Тихо, Сол, мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Пойдем. Семья ждет. Ну чего? О, да. Теперь можем и потанцевать. По-моему, неплохо. Сразу потребовал сигару и девочек. Это похоже на Соло. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь оттуда. Я еду за вами. Панам, ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел?
Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. А кровь она сотрет? Что? Они, видимо, вызвали подкрепление. Эти твари висят у нас на хвосте. Сука. Надо скинуть хвост. Ну все, хана двигатель. Заткнись, Сол. Больше я из него не выжму. Сделай что-нибудь! Приготовься! Противник! Альтикальто! Черт, опять они! Пора поиграть в тир! Я съеду с дороги! Будет трясти! Буря! Нас сейчас накроет! Ищем укрытие! А то я не знаю! Тут рядом заброшенная ферма! Я еду туда! Блядь, больно! Ты хочешь меня быстро! Мне надо передохнуть. Как раз успели к ужину. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Сколько тут всего? Инглсы, похоже, торопились уехать. Видать, хорошее предложение от биотехники. Ага, просто шикарное. Продать землю или... Это твои догадки. Бульдозеры и экскаваторы так и не приехали. Все сделки с корпами кончаются ничем. Давай сейчас не будем. Черт, холодает, однако.
Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Хотя знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Истек еще до прошлой войны, но, надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Лучше присядь. Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. А сейчас не время спорить. Если бы вы не решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стало бы меня. Может, ты и права. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Я согласен с Панам. Идея довольно-таки дерьмовая. Спасибо. Да что ты можешь об этом знать? Помнишь бакеров? Очень смутно. Вот именно. Они стали частью змеиного народа, а потом раз и исчезли. Сила Альдекальда всегда была в независимости. Если вы от нее откажетесь, то в лучшем случае повторите судьбу моего клана. Биотехника — это вам не змеиный народ. Спасибо, Ви. Прямо все раскидал, как надо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримил. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабу. Классное слово, правда же? Вау, что это было? Захабубы. Да! Захабубы. Ой, высокооктановая хрень. Забавно. Что именно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Когда едешь день, потом ночь, снова день, жопа прирастает к креслу и забываешь, что такое ночлег. Рассказывай. Я до сих пор не могу привыкнуть. Ага. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Есть пара идей.
Сама понимаешь, каких. Ви. Слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? Ладно. Значит, останемся друзьями. Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Угу. Ветер перестал выйти. С Хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния» желаю вам, блядь, приятных сновидений. Смотрите, кто живой. Привет. Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Как там Сол, в порядке? Трещина в черепе, 6 сломанных ребер, отбитые почки. Но уже командует всеми направо и налево. А ты? Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если следующий раз будет. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Ты должна остаться. Ты это сама понимаешь. Никто из них этого не скажет, но ты им сильно нужна. А как же иначе-то? Пойдем. Спасибо, что поддержал меня вчера, когда мы говорили с Солом. Но в одном он прав. Духи и этот набег — это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я... Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение... Береги ее, она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что? Ладно, спасибо тебе еще раз. Давай, удачи. И тебе по нам. И помни, я у тебя в долгу. Ну все, посмотрели на жопу мира. Пора и обратно к цивилизации.
Эксперты уже подтвердили, что обнаруженный вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию бар-формирований мэрия повысила уровень общественной опасности до красного. Жителям Ароя и Уотсона рекомендуется не покидать дома в ночное время и всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого распоряжения. Какова дальнейшая судьба Пасифики? То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных бандитов и наркоманов. Кантао недавно выразила интерес к приобретению недвижимости в Пасифике с целью организовать там серкер. Можно завести лошадь прямо в воду, но пить ее не заставишь. Я годами пыталась наладить связь с Иристалом, но она все время отпрыгнулась. Я уж и просила ее, и деньги хорошие обещала, ничего не помогало. Ответ был всегда один: я с фиксерами не работаю. Сегодня она вдруг сменила пластинку. Знаешь почему? Ее похитили духи. Ну, я нос воротить не буду. Может, теперь она наконец со мной подружится. Прочитай подробности.
О, ну наконец-то. Ирис Таннер, я пришел тебя вытащить. Надо скорее уходить. Я не могу тут бросить свою тачку. Она в гараже. Этого в договоре не было. Надеюсь, она у тебя быстрая. Нет, в договоре не было. И нет, не сказать, чтобы она быстрая. А давай это будет договор между нами. Награды не обижу. Посмотрим по обстоятельствам. Да не за что. Почему ты раньше не хотела работать на Дакоту? Не люблю я фиксеров. Те же сутенеры, только сфера немного другая. О как. Я хочу сама решать, на кого мне работать и за сколько. А когда работаешь на себя, не нужно отстегивать фиксеру львиную долю своих кровных. Но для Дакоты ты сделала исключение. Надеюсь, первое и последнее. Чимай, брат. Дакота, как просила. Вот тебе Ирис Таннер. Сестра. Не свисти, поняла? Я тебе не сестра. Скажи, что мне сделать, и будем в расчете. Ну, вижу, вы найдете общий язык. Спасибо за все, Ви. Надеюсь, и я тебе однажды пригожусь. Только смотри, чтобы она тебе денег не зажала. Хм, Ви не о чем беспокоиться. Спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Я слушаю.